30 секунд, и продукт готов. Предприятие по производству покрытия для насосно-компрессорных труб в Сургуте выпускает 7 тысяч километров стальных конструкций ежегодно, обработанных уникальным составом. При этом компания не зависит от импортного оборудования. На крупном заводе по нанесению антикоррозийной продукции побывала наша съемочная группа. Трубы на этом заводе, как пациенты в больнице, качество их жизни проверяют и продлевают. Срок эксплуатации насосно-компрессорных труб можно увеличить с помощью уникального состава. Технология нанесения в секрете, ведь конкуренция большая. В среднем толщина 180 микрон, где-то заданная. Все это анализируется, опять же, технологами на основании статистических данных. Вносятся какие-то корректировки определенные. Вот. Наши эксперименты показали, что данная толщина, она достаточна. Иногда заказчики просят больше, там мы наносим больше. После нанесения такого покрытия в основе термодиффузионное цинкование трубы выдержат высокие температуры, а срок их использования увеличится в 10 раз. Это значит, что значительно сократится регулярность текущих и капитальных ремонтов скважин. Экономия очевидна. Они позволяют не только получить экономический эффект при эксплуатации данных труб, но и значительно снизить углеродный след. Мы провели исследования, которые показали, что при эксплуатации труб с покрытием Measurepack в сравнении с обычной черной трубой и проведение мероприятий по депрофенизации, либо мероприятий по извлечению аварий, трубы с покрытием Measurepack показали эффективность в районе 5 килограмм выбросов CO2 на 1 баррель добытой нефти. Это производство защитных покрытий для насосно-компрессорных труб самое крупное в России. Для обработки одной требуется всего 30 секунд. Ежедневно выпускается по 240 тонн годовой продукции. За год выходит 7 тысяч километров труб с покрытием. Вся наша технология, все наше оборудование – это отечественное, российского производства. Мы в взаимодействии с нашими и поставщиками, и нашими потребителями уже на протяжении многих лет, с 2019 года, уже многие годы проводим импортозамещение от иностранных аналогов. И наше производство, как бы смотрим в этом плане, мы обнадежены тем, что происходит сейчас. Здесь производят не только уникальное покрытие, но и оборудование для его нанесения, аналогов которому в стране нет. Импортозамещение позволяет предприятию не снижать темпы производства, а наоборот стабильно развиваться. Лиана Киямова, Александр Шимолин, Вести Югория, Сургут.